Половина пути позади. Скоро финал. Участники реалити-шоу «Я топ-модель» на Первом городском почти 2 месяца борются за контракт. В конце осени мы узнаем имя победителя, а пока в преддверии выхода новой серии давайте посмотрим, как живут будущие модели. Наш специальный сюжет «По ту сторону экрана». Это райское место находится на Курской косе. Впервые в истории Калининградского ТВ участников реалити-шоу заселили в апартаменты, и под прицелами видеокамер они раскрываются для зрителей с разных сторон. Кроме личных драм, у многих раскрываются профессиональные качества благодаря многочисленным фотосессиям. И все бы ничего, да только есть одно «но». И сегодня мы узнаем, кто из вас покинет наше шоу. Каждый раз модель, которая не справилась с заданием, покидает шоу в результате совета жюри. От этого запал у участников еще больше. Все стараются, и никто не хочет уходить с проекта. Ты там с кем-то трешься, это Дима, не Дима. Я с кем-то не трусь. Я вообще... Ты со всеми подряд трешься. Вот, ну, давай я начнем сейчас, с этого. Сейчас Майами это говорить. Слушайте, вы, малолетки, мне уже задолбало вот это обращение, что вечно на мой возраст. Мне 33, вы посмотрите на меня, у меня 3 детей, как я выгляжу. Всем бы так из вас 33 выглядеть. А ты, Наташа... Подруга просто года. Подруги года Натали и Татьяна испытания дружбы на нашем реалити не прошли. Дело в том, что мы сюда с Натальей пришли, как вы видите, подругами. Я так считала. Но Наташа считает, что все-таки победа в конкурсе, контракт – это превыше дружбы, и она пошла по голове даже моей. Теперь их осталось 11, но скоро все изменится. Приглядитесь внимательно. Как вы считаете, кто достоин звания «Я топ-модель» 5-го сезона? А кто должен уйти домой? Догадались, кто покинет шоу на этот раз? Тогда включайте «Первый городской» каждую среду в 20:00 и следите за участниками. Возможно, очень скоро их фотографии будут на всех рекламных плакатах города.